Здравствуйте, меня зовут Михаила, и это очередной выпуск программы «Гость в студии». Это молодежный пресс-центр «Тараклей Информ». И сегодня у нас в гостях призеры вокального конкурса. Сестры Кирвы, Анна Костин, а также их руководитель Анна Васильевна Войтович. Первый вопрос, Анна Васильевна, к вам. Расскажите о вашем вокальном кружке. Вокальная студия X-Factor, так называется в нашей студии, существует уже 6-й год в Доме детского творчества под моим руководством. И вот за все эти годы очень много девочек, в том числе несколько мальчиков, конечно, мало, но все-таки были и мальчики, и есть в данный момент, ходят к нам сюда, чтобы развиваться в плане вокала. И, конечно, уже немаленький опыт выступлений на концертах, и не только, конечно, и на конкурсах наших детей. В данный момент у нас в нашей студии 18 человек, среди которых, значит, в том числе у нас есть вокальная группа «Новое поколение» и есть солисты. Солисты, естественно, занимаются сольной деятельностью музыкальной, ну и вокальная группа называется как музыкальная группа вокальная. И в том числе, конечно, мы всегда стараемся выходить, где-то показывать свое творчество, в частности, на конкурсах, поскольку конкурс всегда показывает результат, тот, к которому мы пришли в данный момент, мы на данном этапе. Хорошо. Вопрос к вам, девочки. Как давно вы занимаетесь вокалом? Как давно вы с Анной Васильевной вместе? Я занимаюсь вокалом уже как 3,5 года, и мне очень нравится петь. Я очень люблю петь, и за все это время я выучила очень много песен и много раз побывала на сцене. Я занимаюсь вокалом уже как 5 лет, и я побывала на многих конкурсах. Расскажите, в каких вокальных конкурсах вы участвовали? Я принимала участие во многих вокальных конкурсах, как, например, Сарандев Республики Болгария, Ярмарка мелодий, Золотая лира и так далее. Мы участвовали во многих конкурсах, как «Облачье Бяло», «Фольклорная песня», «Золотой голос». Да, действительно, мои солистки, ну, собственно, и вокальная группа тоже принимала участие в различных конкурсах, фестивалях. А что касается конкретных вот этих девочек, Маши и Даши Кировой, Ани Костин, то эти девочки, я считаю, самые успешные в этом плане, потому что они не просто участвовали во многих конкурсах, фестивалях, но они являются призерами. Практически много раз они занимали гран-при, первые места, вторые места. И, конечно, это огромный результат и огромный труд с их стороны. В частности, я могу сказать о таких конкурсах, как уже было сказано о некоторых из них девочками, как, например, конкурс Республики Болгария, очень серьезный международный конкурс вокалистов. Аня Костин поучаствовала в этом конкурсе успешно, я считаю, 3-е место для такого серьезнейшего конкурса. Это очень хороший результат. Все 3 девочки побывали в Кишиневе на финале национального конкурса патриотической песни «Виктория» в разные годы. Они занимали гран-при на районном уровне и очень достойно показали себя и на республиканском уровне. Они приехали обратно с наградами. А что касается конкретного конкурса «Золотая лира», о котором хочется чуть подробнее рассказать, это конкурс, это даже международный фестиваль, конкурс детского творчества, одной из номинаций которого является именно вокальное искусство. В частности, нам нужно было подготовить русскую песню, это конкурс русской песни. В данном году, то есть в этом 2019 году, тема этого конкурса была искусство, то есть все песни должны были быть посвящены какому-то виду искусства. То есть, допустим, Аня Костин пела песню о балете, песню «Балет», девочки Кировы исполнили песню из кинофильма. Ну, то есть понятно, что это было подчинено определенной теме. Было очень
не просто занять места, они стали призерами второго уровня, то есть вторые места заняли Аня Костин как солиста и дуэт сестер Кировых тоже второе место. Сложно почему? Потому что очень много участников в их категории, очень много участников. И, конечно, это международный конкурс, жюри очень серьезные люди были, но нас отметили, и нам это очень отрадно, и мы понимаем, что мы на правильном пути, и что девочки не зря стараются, не зря работают над собой. И, конечно, я думаю, что впереди у нас еще очень много конкурсов, фестивалей, и мы стремимся только к победам. Девочки, у меня вопрос к вам. Хотели бы вы участвовать в таком еще конкурсе и понравилось ли вам участвовать? Например, мне очень понравилось участвовать в этом конкурсе, и я бы хотела еще раз принять участие, потому что в первую очередь ты получаешь опыт для себя, а не для кого-то. Мне очень сильно понравился этот конкурс. Я не ожидала такого результата. Мне очень понравился этот конкурс. Я хочу еще много раз участвовать, идти только вперед. В конкурсе «Золотая лира» мы участвуем второй год уже. И кроме этих трех девочек участвовала еще наша одна вокалистка с пиано Настя, которая заняла третье место. Это тоже нам очень отрадно. Она первый раз вообще вышла на конкурс такого уровня и уже с успехом. И хочу сказать, что вот эти девочки, практически все, кроме Дома детского творчества, они еще успевают учиться музыке в школе искусств в городе Дорогея. И это немаловажно, потому что развитие такой области, как музыка, действительно требуется серьезное занятие. То есть там и инструмент, у нас вокал, и в целом получается очень хороший результат. Спасибо вам за теплую беседу, творческих вам успехов. С вами была Михаила, это очередной выпуск передачи «Гость в студии». Это молодежный пресс-центр «Параклея Информ». До новых встреч!